Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Люберцы. Одним из мест посещения стала Московская академия физической культуры, которая находится в Малаховке. Губернатор и министр спорта России Олег Матыцин осмотрели новые залы для тренировок и крытый каток. Строительство спортивного объекта началось в 2020 году. Новый учебно-тренировочный комплекс позволит проводить занятия по плаванию, водному полу, прыжкам в воду, хоккею, фигурному катанию. Здесь смогут заниматься не только студенты академии, но и сборные команды России. Начнет работу комплекс уже этой осенью. Уникальное высшее учебное заведение, которое находится у нас в Малаховке, в Люберцах, и готовит преподавателей, учителей, методологов по физическому воспитанию и реабилитации, что очень важно. Порядка 50 специальностей здесь. И сегодня спасибо министру. Олег Васильевич пригласил для того, чтобы и осмотреть новый корпус, который запускается. И самое главное, совместное партнерство по доступу детей, взрослых, по занятиям, по организации различных мероприятий. Очень важно для нас, и не только для Московской области, для всех субъектов, где расположены наши федеральные вузы, тесное взаимодействие. Потому что спорт я без привлечения рассматриваю не только как средство воспитания, но и средство такого формирования идеологического правильного мышления у людей. Не только молодежи, у всех людей. Потому что спорт – это игра по правилам, спорт – это уважение к своим традициям, спорт – это умение проигрывать, выигрывать, спорт – это честь нашей страны. Больше 900 воспитанников этой академии, мастера спорта международного класса, победители и призеры мировых соревнований, 137 человек – заслуженные российские и советские тренеры.